когда на меня давит игрок, я должна разорвать дистанцию и сделать практически перевод под себя. То есть я должна разорвать дистанцию и сделать перевод под себя, и потом уйти с крестным шагом. Это контактный перевод. А когда игрок ко мне не приблизился, и, например, я иду на противодействие, и мне нужно сделать перевод перед собой, он другой. Я делаю последний удар на прямой шаг, ухожу на скорости и делаю скрестный шаг. То есть даже перевод перед собой, он двух видов. Контактный и скоростной. Сейчас контактный под себя сделайте, пожалуйста. Контактный под себя. Поехали. Хорошо, разрываем дистанцию. Обязательно корпус, все, все то же самое. Но мы делаем перевод под себя. Хорошо, стоп. Значит, а теперь перевод скоростной. Давайте от боковой до боковой. Три удара, перевод перед собой. Значит, здесь мы должны выиграть за счет скорости, за счет быстрого выполнения приема и изменить направление. Значит, этот прием делается в основном, когда игрок не приблизился к вам или идет вам навстречу. Поехали, скоростной.